что делают с бесконечными рядами, как их перемножать, это все просто. И какое это имеет отношение к комбинатуре. Мы должны выучить тождество Эйгера, которое с этим связано. Причем он открыл их несколько. Он не все доказал. После этого, в начале 19 века, было открыто тождество Гаусса-Якоби. И у этого самого тождества Гаусса-Якоби есть научное, что называется, доказательство. Собственно, как оно было открыто? Оно было открыто при изучении свойств функций комплексной переменной. Но выяснилось, что есть школьники. И вот четыре доказательства я намереваюсь вам рассказать. После этого из тождества Гаусса-Якоби можно будет выводить разные следствия. Ну и главное, будет видно, что это действительно такая содержательная совершенно наука. Ну, что называется, много чему научимся. Начнем с такой простой штуки. Это тождество Эйлера о разбиениях на нечетные слагаемые и разбиениях на попарно-различные слагаемые. Это совсем просто. Вот представьте себе, у вас есть какое-нибудь число. Ну, например, число 8. Сколькими способами его можно представить в виде суммы нечетных слагаемых, если мы договоримся, что порядок слагаемых не важен. То есть 7 плюс 1, 1 плюс 7 считается 1. Ну, давайте выписываем. 7 плюс 1, что еще бывает? 5 плюс 3, 5, 1, 1, 1, дальше бывает 3, 1, 1, тройка, и после этого 5 единиц, и бывает, собственно, все единицы. Отлично. Так вот, сейчас я выпишу разбиение числа 8 на различные слагаемые. Смотрите, 7 плюс 1 так и будет, 5 плюс 3 тоже так и будет, а вот здесь я напишу 5, 2, 1. Здесь я напишу 6. Здесь 3, 4, 1, а здесь просто 8. Ну, заметьте, никаких бесконечных рядов пока нет. А что есть? А есть двоичная система числения. То есть, когда выписаны вот эти нечетные числа, то я для каждого из этих нечетных чисел подсчитываю, сколько раз оно написано. Ну вот, например, здесь единица написана 8 раз. Так пишу. А здесь единица написана 5 раз. Я не пишу число 5, потому что оно не имеет отношения к нечетным числам. Я разлагаю 5 в виде суммы степеней двойки. 4 плюс это пишу. Здесь тройка 2 раза, двойка степень двойки пишу. То же самое, 2 раза пишу. Единиц 3 штуки. Написал 2 плюс 1. В общем, ребята, когда есть любое нечетное слагаемое, давайте скажем n нечетное слагаемое, которое написано много-много-много раз, какое-то количество m раз, то мы число m записываем в виде суммы степеней двойки. То есть 2 в какой-то степени, 2 еще в какой-то степени. Ну, я не знаю, сколько потребуется, но любое число однозначно представимо в виде двоичной системы числения, двоичной записи, в виде суммы попарно-различных степеней двойки. И, соответственно, вот такому набору из чисел n мы сопоставляем числа 2 в степени a1 умножить на n, 2 в степени а2 умножить на n и так далее, 2 в степени ак умножить на n. Ну, вот так вот выглядит преобразование слева направо. Преобразование справа налево выглядит, пожалуй, еще более просто. Вот представьте себе, вам дали числа 6 и 2. У вас правило, если видишь четное число, раздели его на 2 равные половины. Если они остались четными, каждую из них опять раздели на равные половины,
И так делай, 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 пока все не кончится. Пока они все не станут ничего чистыми. Таким образом получается действительно взаимооднозначное событие. Таким образом Леонард Эйлер обнаружил не это. Дело в том, что он же был математик 18 века. И для него вот такие соображения были в некотором смысле не математикой. Он великолепно знал интегралы, вот то, что сейчас называется математический анализ, да, задачи механики, вот это все он знал, причем на потрясающем уровне, да, это, даже сейчас, в общем, таких людей, что называется, немного, а может быть и нет. Он знал это все совершенно идеально, и наоборот, комбинаторика иногда только-только-только возникала, решили, почему именно в его трудах, в общем-то, возникала. Поэтому все, ну, комбинатория была такая совсем слабенькая, еще ничего не умела. В общем, ребят, Эйлер это обнаружил следующим образом. Вот давайте я сейчас то же самое обсуждение расскажу на языке степенных рядов. На языке предложения скобок. Вот смотрите, что написано здесь. Здесь написано попарно различные слагаемые. У каждой из них присутствует один раз. Отлично. Я сейчас напишу. Бесконечное произведение. Слева. Один плюс x в первой степени, x в степени 1 плюс 1, x в степени 1 плюс 1 плюс 1, x в степени 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, плюс и так далее. Так, все-таки я буду писать правое. Правое, там слагаемое попарно различное. Значит, 1 плюс x, 1 плюс x квадрат, 1 плюс x куб, 1 плюс x в четвертой, 1 плюс x в пятой, ну и так далее. То есть это есть произведение всевозможных скобок вида единица плюс x в степени n, где n пробегает все множество правильных чисел. Отлично. Ребята, а вот левое – это вот что такое. Это произведение скобок, каждая из которых очень похожа на предыдущую, но отличается только тем, какое нечетное число суммируется вверху, в указательной степени. То есть здесь будет 3 плюс 3 плюс 3. Дальше будет 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и так далее, и так далее. Вы уже догадались. Следующая скобка. Это будет 1 плюс x в пятой плюс x в степени 5 плюс 5 плюс x в степени 5 плюс 5 плюс 5 и так далее, и так далее. Потом будет семерка из девятки и так далее. Давайте поймем, как это записать формулу. Что же это такое? Это есть произведение, взятое по всем натуральным числам, только вот каких штук. Единица плюс x в степени 2n минус 1 плюс x в степени, давайте я не буду так писать суммы, уже все понимают, да, в степени 2 умножить на 2n минус 1, x в степени 3 умножить на 2n минус 1, x в степени 4 раза 2n минус 1 и так далее, и так далее. Вот, ребята, сейчас нужно посмотреть внимательно доску и понять связь левой и правой доски. Ничего не стирал. Значит, посмотрите, что у нас произошло. У нас слева абсолютно комбинаторная рассуждение. Слева там разложение числа, двоичную систему счислений и так далее. Комбинаторные разговоры, да? О числах, о степенях двоек. Справа произведение степенных рядов. И связь между левой и правой частями определяется так. Вот если вас интересует коэффициент при x восьмой степени в ряде f, если вас интересует коэффициент при x восьмой степени в ряде f, то когда вы здесь будете получать, вы
каждой скобки берете единицу или в какой-то степени. Вот один из способов получить. Отсюда взять x, а оттуда из одной скобки взять x в седьмой. Это и есть разложение 7 плюс 1. Или взять 2 и 6. Такое разложение там тоже есть 6 плюс 2. Или 3 и 5. Или другой способ. Взять разложение 3, 4, 1. Отсюда 3, отсюда 4, отсюда x в первой степени. То есть коэффициент при x в степени n в таком вот бесконечном произведении, это и есть количество разложений числа n в сумму по парно различным слагаемым. А коэффициент здесь, смотрите, когда вы берете вот такую штуку, это значит, вы взяли 4 единицы. Когда вы берете, скажем, вот здесь, вот, вы взяли 3 пятерки и так далее. То есть опять, когда вы перемножаете, вы, конечно, из большинства скобок вы возьмете единицу, да? Ничего, нормально. Вот. Но из какой-то скобки вы возьмете там x в какой-то там, степени, сколько-то, не знаю, там, чисел 19, там, 19 плюс 19, там, вот тут возьмете там, 53 плюс 53, 53 и так далее. Давайте же поймем, почему L равно F. Не обращаясь к комбинаторике. Давайте посмотрим. Для этого, во-первых, конечно, на это. Я просто отдельно выпишу. Единица плюс y плюс y квадрат плюс y плюс и так далее, это на самом деле единица, деленная на 1 минус. Называется формула суммы бесконечной геометрической прогрессии. Формула суммы бесконечной геометрической прогрессии. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, это очень важная вещь. В этой теории мы не обращаем внимания на то, y какое число. Ну, если в школе вы учите геометрическую прогрессию, то вам обязательно говорят, y по модулю меньше единицы. На самом деле в математике бывают ситуации, когда интересно задать себе вопрос, а для каких же величин имеют смысл все наши преобразования? Для каких величин эти ряды сходятся? Это так называемые теории функций комплексной переменной. Вот такие вот силоносочные ряды, это называются аналитические функции, то есть функции, которые можно разложить в ряд. И у каждой такой аналитической функции есть то, что называется область сходимости. Там для таких теоретиков имеют смысл эти ряды, там, для других не имеют. Но сейчас мы занимаемся тем, что называется формальная теория степенных рядов. То есть, когда мы делаем вот эти операции, то не представляете себе эту x или y эти, как числа. Их надо представлять просто как буквы, как переменные, которые мы не обязаны ничего подставлять. Мы над ними делаем формальные операции. И вообще не обязательно, что в качестве y мы потом вообще что-нибудь подставим. Ряд не обязательно сходится. Это сейчас неинтересно. Сейчас просто интересно, какие коэффициенты. Отлично. Так вот, воспользуемся этой формулой. Ну или, если хотите, все-таки считайте, что x по модулю меньше единицы, тогда это можно посчитать настоящие числа, тогда будет все правильно, да? Тем более. Это будет единица, деленная на 1 минус x 2n минус 1 степени. По всем натуральным числам. Хорошо. Я боюсь, что здесь произошло некоторое переполнение доски. Хотя, с другой стороны, еще и вот у нас есть такое выражение. Вот у нас есть такое выражение. Здесь бесконечное произведение, взятое по всем натуральным числам. А здесь бесконечное произведение, но интересно, почему-то там в знаменателе стоят самые минусы, да? В знаменателе. А там в числителе. Вот это уже просто упражнение палки. Увидеть, почему вот такая штука, это в точности то же самое. Ну, я не знаю, наверное, вы справитесь. Какую форму сокращенного умножения вы знаете, которая связывает плюс и минус? Вообще ничего не знаете? Да. Минус x квадрат, а может 1 минус x умножить на x плюс 1. Молодец. Разность квадратов называется. Ну, да. Разность квадратов.
каким образом можно естественно преобразовать вот эту штуку при помощи разности квадратов. Произведение по всем натуральным числам. 1 минус х в степени 2n делить на 1 минус х. 1 минус х в степени 2n, да. Делить на 1 минус х в степени n. На 1 минус х в степени n. Ребят, а теперь поймите, пожалуйста, что это действительно вот этому очевидно равно. Вы посмотрите, что там написано вверху. Давайте я просто торжественно запишу, что называется, все-все-все. Вверху написано очень простая штука. 1 минус х квадрат, это когда я дам по единице, правильно? 1 минус х в четвертой, 1 минус х в шестой, 1 минус х в восьмой, 1 минус х в десятой, там и так далее, и так далее. Это то, что написано вверху. А что написано внизу? 1 минус х, 1 минус х квадрат, 1 минус х в кубе, 1 минус х в четвертой, потому что n пробегает все, 1 минус х в пятой, в шестой, в седьмой, и так тоже до бесконечности. Ну а теперь смотрите, они же сокращаются. Вот это с этим, шестой с шестой. Весь числитель сократится. А что в знаменателе останется? В точности единица минус х на четной степени. Понятно? Так, пожалуйста, запишите и прочувствуйте. Это очень простая идея, действительно, просто на форму сокращенного умножения. Просто единицу плюс х степени n представить в виде частого. Единица минус х двоенной делить на единицу минус х в n. И после этого вспомните, что даже произведение бесконечно, поэтому из-за того, что вверху все четные числа есть, у нас, соответственно, они сокращаются, а внизу останутся только нечетные показатели. Ну, в принципе, можно было доказывать и по-другому. Вот у нас там есть такое произведение, да, вот оно написано. Давайте отдельно из него выберем те скобки, где показатель степени – это степень двойки. Это будет единица плюс х, единица плюс х квадрат, единица плюс х в восьмой, единица плюс х в шестнадцатой и так далее до бесконечности. Так вот, если перемножить, то из-за того, что каждое число единственным образом представимо в двоичной системе числения, у вас на самом деле получится в точности единица плюс х квадрат, плюс х куб, потому что это х на х квадрат, плюс х в четвертый, потому что берется отсюда, плюс х в пятый, потому что 4 плюс 1, плюс х в шестой, потому что 4 плюс 2, х в седьмой, потому что 4 плюс 2 плюс 1, х в восьмой, потому что 8. Х с девятой, потому что 8 плюс 1, и так далее, и так далее, и так далее. А то, что это геометрическая прогрессия, мы сегодня уже обсуждали. И это есть единица, деленная на 1 минус х. Так мы получили первый из множителей вот этого произведения. А после этого надо взять те скобки, где показатель степени – это 3 умножить на степень двойки. То есть х в кубе, х в шестой, х в двенадцатой, х в 24, х в 48, там, 26 и так далее. А в следующем взять те, где x5, x10, x20, в 40, в 80, в 160 и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что дальше вам с привычки немножко написать эти формулы, вы поймете, что вот это вот тождество вполне себе понятное, замечательное и все хорошо.